личного обслуживания. Библиотеке очень повезло еще при рождении. Ей были переданы 40 тысяч книг из частных коллекций ученых, издания, полученные из Государственного книжного фонда. Специальным решением университету была передана библиотека Царско-сельского, Александровского и Императорского лицея, которые и по сей день составляют основу отдела редких книг научной библиотеки. Библиотека лицея была одновременно и универсальной, что требовалось для учебного процесса, и поистине раритетной. Это отражало вкус и знания людей, стоящих во главе лицея. Книгами этой библиотеки пользовался и Александр Сергеевич.